Артефакты, которые нашли в Акерманской крепости в прошлом году, передали фонды местного краеведческого музея. Как рассказал научный консультант экспедиции Андрей Красножон, более чем 100 исторических предметов перед тем, как попасть в музей, прошли долгий этап обработки, а некоторые и реставрационные работы. Главной находкой прошлогодних раскопок Красножон считает Римскую улицу в самом дальнем и неожиданном юго-западном участке территории средневековой Акерманской крепости. Впрочем, как отметил историк, раскопки продолжатся уже летом. Кто знает, что найдут в этот раз.